Приветствую вас, ребятки. Так, ну чё, погнали к этой Ингрид, да? У Винт мы поиграли неплохенько. И опять-таки атмосфера, да, как классно сделано, вот это вот празднество, да, какого-то мероприятия, вот тут жонглеры есть, ну, смотрите, даже можно реально понаблюдать за чуваком, да, как он это все делает, он на голову поймал маленький мячик, да, одной рукой жонглирует, то есть фонтан, то есть вот этот огнем типа дышит, да, то есть как бы реально вот есть эта вот атмосфера какого-то приема такого торжественного, да. Тут у нас музычка. Да, здорово, реально. Мне для полного счастья, что называется, в колоде Винта не хватает буквально там парочки карт уже, да. Я же у Геральта из Ривии, этого шпиона золотого, парочки таких шпионов, возможно, да, и в принципе даже и все. Здравствуйте, ребята. Я вас оставлю на минуту. Оставь, оставь. Госпожа? Да, это я. Насчет форели. Что? Ах, да, конечно. Прошу простить мне эти меры предосторожности, но... Может, пойдем поговорим где-нибудь в укромном месте? Благодарю, что вы согласились нам помочь. Мой лакей предупредил, что вы придете с другом. Мне бы хотелось, чтобы о побеге Альберта знало как можно меньше людей. Но если вы ему доверяете... Как никому другому. Охотники не появлялись? С тех пор, как они напали на моего слугу на рынке, нет, все улеглось. Но мне удалось подкупить одного человека из храмовой стражи, и он сказал, что разговоров об Альберте все больше. Откуда стража вообще узнала, что ваш сын занимается алхимией? К сожалению, я не могу поручиться, что сам Альберт не начал похваляться очередным экспериментом. Он очень беззаботен. Совсем как его отец. Он был очень милый человек, но совершеннейший болван. Его сожрал Главоглаз. Вы не слышали эту историю? Он, должно быть, много путешествовал. Да где там? Он пробовал их разводить. Наверное, я радоваться должна, что Альберт увлекся алхимией. Она все же безопаснее. Пойдем за Альбертом. Где он сейчас? Развлекает гостей. На приемах он всегда душа компании, поэтому я не хотела, чтобы у кого-нибудь возникли подозрения. Когда он сможет выйти? Придется подождать, пока гости не выпьют столько, чтобы видеть только подносы с новыми кубками. Но не бойтесь, это не займет много времени. Ваш сын собрался? Нам придется действовать быстро. Да, я за всем проследила. Куда вы его заберете? Вам лучше не знать подробностей. Он будет в безопасности, обещаю вам. Но... Прошу вас, положитесь на меня. Я не в первый раз это делаю. Я знаю. И благодарю вас. Как мы его узнаем? Он в маске пантеры. Альберт знает, что вы за ним придете, и он в восторге от того, что ему предстоит. Боюсь, он не до конца понимает, какая опасность ему грозит. Как я уже сказала, он не слишком сообразителен. Относительно этого можете не беспокоиться. В компании некоторых чародеев он придется очень кстати. Геральт! Мы пойдем поищем его. Я буду ждать новостей. Пойдемте, поищем. Ой, пойдем не туда. Искать Альберта. Бляха, а как тут пройти-то? Куда она нас завела? В какую-то жопу завела, дура тупая, а? Попробуй сюда выйди. Сюда, что ли, да? Ребята, а что, дверь не открывается? Открывается, аж какого макара. Так вот, даже написано, блин, значок, типа, что открывается, да? Что за хрень? А где Трис? Куда она пошла? Ага, я так понял, выход это здесь, да? А, вот, да. Тю, все, отлично. А где Трис на туре делается? Я что-то не понимаю. Куда это она без меня пошла? Так... Ага, вот она, хорошо, так, искать его где-то здесь, да? Маски пантеры. Вот маски пантеры, какой-то придурок. Я похож на жалкого фанфарона и маменькиного сынка? О, боги! Так. Ошиблися. Так, а чё этот значок-то не пропадает, да? Они чтобы сделали так, чтобы значок пропадал, чтобы он меня просто не путал, да? А то я боюсь, что я потом опять к нему подбегу. Ну ладно, неважно. Так, еще где-то здесь должен быть этот придурок, да?
Так, где? Пантера головой. Тут нет никакого пантера головой, братишки. А, вот же тю. Пьяный, но это вряд ли он. Альберт Вегельбут? Для тебя, солнышко, хоть Адольф Валентина. Понятно, значит, походу вот этот вот, да? Так. Тут нету вроде бы, да, это какой-то, да, это какой-то фуфел. А, вот. Да, походу это он. Красивая маска. Альберт Вегельбут? Нет. Я черная пантера. Милый граф. Нам надо обсудить экскурсию в Новиград. О, и то есть вы. Да, когда мы можем покинуть имение? А ну, мама говорила, что лучше подождать, пока все напьются. Кроме того, позже будут фейерверки, это отвлечет внимание. Когда начнутся фейерверки, я выберусь в сад. Встретимся в лабиринте. Мы будем ждать тебя там. Хорошо, но сперва попробуйте этого розового фиорана. Непременно! Надеюсь, Альберт не забудет, зачем они устроили прием. Может, подождем в саду? Я присмотрела там такой милый уголок. Подождать на скамейке вместе с Трис Мари Кольт. Так. Как только туда добраться? Блевать или не блевать? Снова он на обед опоздал. Скучно. Душно. Ага. Душно. Ну иди. Мне одно? Блин, а как туда попасть? Ну оставайся. А, вот походу. Так. Ага. Тут это присмотрела, что ли? А, вот, может, да. Сядем здесь? Садись, садись. Как даже маски скинули. Снять маску. Хотя бы на минуту. Отсюда отличный вид. И даже вино есть. Я страшно давно не выходила в свет. Нет, правда. Это замечательная перемена после новиградских сточных каналов. В таком случае самое время спросить. Да. Про этого чародея, которого мы встретили. А, ты про Морица. Что ты хочешь узнать? Вы знакомы? Геральт, все чародеи друг с другом знакомы. Некоторым уже больше 100 лет. А это достаточный срок, чтобы перезнакомиться. В таком случае, когда ты с ним познакомилась? Давным-давно, на одном приеме. Он подошел и сходу предложил телепортироваться в какое-нибудь уединенное место. Ты ему отказала? Ты так думаешь? Он ухаживал за мной еще какое-то время. Мне показалось, ты ему не нравишься. Я думаю, он с удовольствием мной бы командовал. Но подчиняться... Но ведь именно ты устраиваешь побег чародеев из Новиграда. Иногда я и правда не знаю, как я умудрилась собрать их всех вместе. У них нет никого другого, просто у тебя есть харизма, твое личное очарование. Все просто, у тебя есть харизма. Ты правда так думаешь? Ну да. Ты оглянуться не успеешь, как тебя будут называть Железный Меригольд. Ты могла бы даже носить повязку на одном глазу. А я-то решила, что ты серьезно. Конечно, я серьезно. Смотри, я совершенно серьезен. Смехуёчки. Кто-то идет. Это Альберт? Нет, просто какой-то заблудившийся гость. Чш.
Наверное, ищет подружку. Как в той эльфской сказке про лягушку и трясогузку. Инху-инху, бег-бро. Тихо-тихо, лягушонок. Тихо. Пойдем отсюда. Надеюсь, что гости не напьются так быстро, как я. Чем быстрее мы отсюда уберемся, тем лучше. О, нет. Я сперва осмотрю этот их знаменитый лабиринт. Говорят, у них там скульптуры. Совсем. Совсем. Совсем что? Совсем голые. Ты на что, от бокала вина вот так ее поплющила, что ли? Может, там что-то подмешали в это вино? Что-то ее как-то от бокала вина сильно поплющило, да? Да, кстати, лабиринт сделан прикольно. Куда ты ломишься-то, а? Да иду я. А что, не похоже на то, что ли? Вот, давайте это, да, доброе дело сделаем. Вообще романтика такая, будто какую-то там эту Санта-Барбару смотришь, епты. Под фейерверками там лобзаются, анимация, конечно, ущербно сделана, поцелуев. Ну ладно, это простительно. Господа Меригольд, наконец-то! Мне жаль, что мы встречаемся в столь исключительно неблагоприятных обстоятельствах. Хорошо сказано. Но мы непременно это наверстаем. Потом я обязательно покажу вам свои алхимические формулы. Никто за тобой не следил? Кажется, нет. На всякий случай, поменяйтесь масками. Мы пойдем вперед. Геральт сразу за нами. В конюшне нас ждут оседланные кони. Хорошо, там и встретимся. Четверть часа спустя. Че там, Геральт уже в конюшню ломится, что ли, я че? Угу, на чем подождал, теперь да, надо выйти из лабиринта, понятно. А нас, наверное, уже здесь кто-то будет ждать, да, я так понимаю. Наверное, какой-то плохой парень там скажет, ах ты, ёпты. Альберт, ты обещал показать свою лабораторию. Альберт, вот ты где, любимый. Вот ты где. Да пошла ты в сраку. Вот, относительно закрытого показа. При других обстоятельствах я бы показал тебе все. Ой, прошу прощения, я... О, братишки. Альберт Вигельбут. Барышня, отойдите в сторону, пожалуйста. А вы, молодой барин, без фокусов. А то еще синяков себе наделаете. Это вряд ли. Дурачки, ёпта. Ой. Так. А, не нравится, ёпта. Ой. А что это со мной такое? О, фух. Бляха, а нельзя что ли пить эту ласточку, да? Бляха, меня сейчас наваляют, ребят, представляете? И жрать нельзя в бою, бляха. Наваляли мне как полному фуфелу. Блин, как я не люблю эти кулачные бои. Тут просто, я так понимаю, чтобы их выигрывать, надо в совершенстве владеть этими контрударами, да, контратаками. А я так толком ими еще пользоваться и не научился, да? Вот это вот реально прискорбно, скажу я вам. Ладно, думаю, сейчас разберемся с этими ублюдками. Просто их аж трое, да, все 16 уровня. Может, мне лучше квен ставить за мистигни, да?
А с другой стороны, Квен только от одного удара ведь защитит. Но, наверное, мне это даже реально нужнее, потому что что-то этот Игни их не сильно-то и коцает. Поэтому давайте, наверное, сразу же поставим Квен, да. Альберт, ты прячешься? Альберт, вот ты где, любимый. Вот ты где. Где другие? Ой. Так, где там эти дебилы, да-да-да-да-да. Ставь Квен, братан. Так. Бомбами тоже пользоваться нельзя. Давай, давай. Сейчас будешь зубами плеваться. Нормально. Не стой. Падла. Я тебе кости переломаю. Да, очень жаль, что, блин, я не могу вот эти контрудары нормально ставить, да? Не научился. Что это может быть? Это может быть удар в голову, братишка. Это больше пространства. Жалко, что подлечиваться нельзя, да? Командор их не, он падла. Так, отлично. Задавлю. Так, братан, давай, давай. Надо им навалять. Падла, этот еще совсем не тронутый, как видим, да? Да блин, да я ж поставил блок. О, Макар, они меня таки втащили. Блин, этот никак не сдохнет, а? Мне надо хоть от одного уже отбиться полностью просто. В всяком случае, очень бы хотелось. О! Сильный сукин сын. О! Все, остался один придурок. Отлично, чуваки. Сейчас попроще уже будет, конечно. Ну все, да, с одним можно танцевать даже без ХП. Просто повнимательнее быть, что называется, да и все. Тебе конец. Фига себе, он какой уворотливый. Пойдешь на костер. Ну давай, придурок, ну че ты, блин, такой, а? Такой храбрый был, а это уже совсем какой-то Васек. Блин, этот последний Вася мне уже надоел, честно говоря. Давай, давай. Наконец-то. Так, надо бы подлечиться, я вам скажу. Чё это сделать невозможно? А чё сделать невозможно? Мы ж только это уже закончили бой. Кого Макара не могу подлечиться? Так, кстати, как выбраться из этого дерьма, еще большой-большой вопрос, да? Бляха. А, вот, походу. Или нет? Да, фух, слава богу. А то этот лабиринт реально какое-то такое странное место, да? Фиг найдешь, куда идти. Так, лечиться мы почему-то по-прежнему не можем. Кого Макара? А если сейчас еще будет какая-то драка, а у меня ХП вообще нету? Вот скоты, а?
Так, где там наши конюшни? Я уже начала беспокоиться. Все в порядке. Нужно только немного прибраться в саду, пока гости не поняли, в чем дело. Послать туда слуг? Да. Я прослежу за этим. А вы поторопитесь. Все готово? Да. Я забрала твои мечи у стражника, а Ингрид передала мне деньги. Их здесь гораздо больше, чем я думала. Я рад, что помог тебе их раздобыть. Они ведь пригодятся? То, что случилось у фонтана? Мы не должны. Я знаю, это из-за меня. Вино ударило мне в голову. Прости. Не надо просить прощения. Госпожа Мерегольд! Нам пора. Берегите себя. Блин, пацаны, может, мне надо было другой вариант выбрать? Ответ, а? Блин, а где у нас последнее сохранение? Так, походу вот это. Я просто там, помните, там был еще вариант, типа, сказать ей, так, куда мы едем. То есть, может быть, можно было их сопроводить, может быть, можно еще помочь. Просто, знаете, черт их знает, отпускать их вдвоем, еще что-нибудь станется там. Давайте-ка на всякий случай еще первый вариант спросим, да, мало ли что. Вот да, жалко, что некоторые варианты диалогов просто ты не до конца понимаешь, да, даже что они означают. Вот, к примеру, вот сейчас, да, вот этот вот вариант два ответа. А, это уже контрольная точка, я понял. Значит, нам, походу, нужно вот это вот сохранение. Да, толком просто не объясняется. Вот, допустим, в той же Готике, да, я уж извиняюсь, что все время беру в пример именно Готику, да, но, тем не менее, там ты, допустим, реально, ты видишь варианты ответов, и тебе сразу понятно, что какой вариант означает, да, а здесь вот как-то непонятно. То есть я рад, что смог помочь, да, и второй, типа, так куда мы едем, да. И приходится перезагружаться, пробовать и первый вариант, потому что мало ли, вдруг он там тоже какой-то такой необходимый, да? Но квест, в принципе, не сложный и в то же время довольно-таки интересный, согласитесь. И, кстати говоря, опять-таки, квест, который мы ж могли бы не проходить, да, если бы не решили помочь Трис, это ведь не обязательный квест, это помощь, правильно? А да с каким интересно сделан, я жду, сама вот эта вся... Как все продумано, да, атмосферно, четко, вот реально этот праздник сделан. В Гвин смогли поиграть, выиграть карт хороших, да. То есть в этом плане, конечно, закачаешься просто. Так, все в порядке. Так, что там? Да. Так. Вот, так куда мы едем, да? Замечательно. Так куда мы едем? Ты никуда. То, что случилось у фонтана? Ага. Мы не должны. Я знаю, это из-за меня. Госпожа Мерегольд! Нам пора. Ага, ну понятно, все. Берегите себя. Да, или вот сейчас мне пришлось перезагружаться, да, а зачем я это сделал, вообще непонятно. То, что получается, что оно что так, один и тот же вариант, да? Ты никуда, да, так зачем было делать два варианта ответа? Так, ну что ж, мечи нам отдали, доспехи отдали-то хоть? А, ну да, вот акитоны Зарскеллиги, да-да-да, вот наши сапожки, вот наши штанишки, рукавицы у нас и так те же и висят, да, отлично. Ну а это или продадим, или что, потом посмотрим. Маску, наверное, тоже давайте снимем. Орликина, все, и мы теперь опять в нашем прикиде. Теперь можно хоть есть? О, наконец-то можно поесть. Все, прошли мы квестик. Да, вот что круто, вот что я люблю в Ведьмаке, да, вот смотрите, абсолютно побочный квест, да, то есть ты можешь его проходить, можешь не проходить, и в то же время, да, сколько интересно он сделан, то есть, если бы я его не прошел, я бы, конечно, реально пожалел, безо всяких там преувеличений, да. Так, надо подумать теперь, ребятки, чем нам дальше заниматься.
Мастер Бронник, черная жемчужина, распутывая клубок, мечи и вареники, банды Новиграда. Так, ну это все полная параша. Ведьмачьи заказы, что у нас там? Лихо лесной. Кстати говоря, и Анин тоже все-таки парашно. Угу. Короче говоря, наверное, чуваки, надо даже уже идти на охоту за младшим, я так понимаю. Ну да, погнали, короче говоря. Как нам вообще добраться до туда как можно скорее? Вот, нам надо сюда, а потом телепортанемся, хорошо. Да-да-да-да-да. Ух, нифига себе, охоты за младшим, сколько вариантов. Отыскать казино, отправиться на ринг, а это у нас найти укрытие. Так, ну протанемся мы, наверное, давайте к площади Иерарха, да, оттуда пойдемте сначала к казино, а потом уже к тому. Кстати, в казино, скорее всего, я так понимаю, можно будет поиграть, а все в тот же гвинт, да, по логике вещей. Это, кстати, это тоже неплохо, может быть, еще пару карт выиграем. Так, давайте-ка засейвимся. А, сохранить почему-то пока что нельзя. Все, ХП у нас почти восстановилось. Здорово. Так, куда нам идти? Давайте выделим какой-то один, да. Вот, вот этот вот. Казино сначала пойдемте искать. 187 метров вроде бы туда бежать всего лишь. И что же случилось с этим целителем? Так. Потом, походу, куда-то сюда. Эге. Блин, где ж вы запрятали свое казино-то, братишки? Петушки вон бегают, поросятки. Так, уже почти на месте. Служба, не дружба. Так, 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 так. Ага, вот здесь, походу, да? Это даже интересно. Да, вот человек-ублюдка младшего. Человек-ублюдка младшего. Так. А что такой торговец вроде бы есть, да? Когда-то давно я тоже поверил одной женщине. За нее не понятно, просто... только где этого торговца искать. Ну ладно. А хотя вот вроде бы этот человек-ублюдка младшего есть, типа торговец. Не, нифига. А, наверное, надо в эту дверь зайти. Слушайте, мы, по-моему, сюда не заходили, да? Да, ростовщик. Бляха, что такое? О, наконец-то. Приветствую. Что дашь в залог и сколько нужно взаймы? А с чего ты взял, что мне нужно взаймы? Так ведь каждому нужно. А тебе-то точно деньги ляжку не жгут. Да я пока не жалуюсь. Тогда, может, посмотришь мои диковинки на продажу? О, с ним можно в карты сыграть, отлично. Ростовщиком давно работаешь? Еще бы. Начинал вот таким мальчонкой. Помогал отцу и принял после него контору. Не, отец принес меня сюда. Оставил под заклад, да так и не забрал. Интересная история. Покажи, что у тебя есть на продажу. Так, о, у него какая-то квестовая книга. Измени свою жизнь, советы упорным, прочее. Чтобы узнать, нужно прочее. Так, ладно, давайте продадим ему одежду, раз можно. Так, что-то еще продавать можно вообще? Вернее, нужно, может быть. Так, книги он не покупает. Ну, а так, в принципе, хлама у нас даже почти и нету, да? Все более-менее нужное. Ну да, вот разве что козьи шкуры, может быть, зачем они мне нужны. Да, давайте, кстати, попродаем в натуре немножко вот этого хлама всякого. Эти. Тем более старая козья шкура, да? Вон, старая медвежья шкура. Зачем мне вся эта параша, правильно? Смотрите, сколько у меня серебряных подсвечников, да? Только вес занимает. Все, давайте купим эту книжку. Сейчас давайте прочтем, что за книжка. Еще какой-то баг неприятный. Я не знаю, это у всех такое или только вот в моей версии. Блин, да, ты покупаешь, допустим, какую-то квестовую книгу, и у тебя сразу же появляется вот этот вот звук, типа, что ты взял квест, да?
Хотя книгу ты еще не читал, потом тебе получается надо искать эту книгу, да, выискивать ее, вот это и, блин, ну это капец. И причем еще такой прикол, что не всегда как бы оно срабатывает, вы обратили внимание? А вот она, наверное, да. Так, я, Якуб Рокаш, некогда прославившийся своим свободным и вспыльчивым нравом от Назаира с его бесчетными трактирами до диких земель Зеликании, из последних сил вытянул мое судно на берег. Плот, что я смастерил из старого сапога, кусочка ремня и треснувшей бочки, так уже водою намок, что еще два локтя и пошел бы на дно. Но вышел на сухой берег, и это важнее всего. Никогда не было видно ни души живой, а у меня уже довольно сильно бурчало в брюхе, так что я пошел осмотреть окрестности. Зверя никакого на острове не было, зато фруктов нашлось без меры. Наелся я так, что едва из ушей не лезло. А после начал готовить себе укрытие на ночь и собирать дрова на растопку. И тогда наткнулся я на то странное растение, что целиком всю мою жизнь изменило, а тогда еще я не знал его ценности, использовал я его на растопку. Однако, как только начало оно тлеть, а сладкий запах его взбодрил мои ноздри, и почувствовал я себя легко, и все печали мои будто развеял ветер. Позднейшие годы моей жизни наполнили исследования чудесного этого растения и его свойства. Благодаря им я разработал метод, который поможет изменить каждого, кто захочет его испробовать. Вот с чего следует начать, троеточие. Вот, видите, я книгу, получается, прочел, а квеста я никого не получил. То есть, видите, какой прикол. И непонятно, может быть, я просто проглючило, да? А может быть, просто пока что не время мне еще найти. Ну ладно, бог с ним. Что ж поделаешь, книжку взяли, а там уже посмотрим. Но я же какой-то момент такой не очень приятный для меня, непонятный, даже бы я сказал. Давайте теперь с ним сыграем гвинт. Не хочешь сыграть партию в гвинт? Походу хочет. Так, ну мы, да, мы как всегда за Тимерию, чтобы его вынести без проблем. Да, он за чудовище, тогда мы точно выиграли, чуваки. Так, мгла мне не нужна. Так. Карты зашибезные. Ну, в принципе, мне тогда не нужна еще, не нужен Весемир, наверное, да. Может быть, Мороз будет. А, или даже так тоже хорошо. Жалко, что только что Мороза нету и шпиона. Ну ладно. Я думаю, мы и так справимся, правильно, братишки. Ух, нифига себе, так у него Имлерих есть. Золотая. Ну да, в принципе, тут будет сложновато, потому что я жу, нету Мороза и нету Шпиона. Вот если были бы такие вот карты, то, в принципе, я думаю, что можно было бы вообще без печали с ним справляться. А так, конечно, конечно, под вопросом. Так, он, значит, продолжает, да? Хорошо. И мы продолжим. Главное, конечно, чтобы у него кары не было, да? А то сейчас как бомбанет своей карой. Ух, нифига себе, братишка, что творит, а? Ну да, сейчас он карой меня может очень жестко попустить, конечно. А, нет, противник спасовал. Блин, ну падло ты такое, а? Придется и мне пасовать. А, так хотя какой же пасовать, я же еще не выиграл. Все, теперь можно пасовать. Все, вы выиграли раунд, отлично. Правда, у него карт 6, а у меня 4, да? Пускай я там одну могу воскресить. А, одну же мы еще получили, так что нормально. Ваш ход. Давайте начнем с Йеннифер. Так, воскресим эту. Бляха, у него тоже Йеннифер, ах ты скотина. Так, ну давайте пасовать.
Никуда не денешься, надо один ход пропасовать. Бляха, что же у него за карты остались? Мне вот просто интересно. Ага. 73. Ну тут я по-любому просрал, тут надо по-любому пасовать, да. Жалко только, что я не смог у него выманить карт побольше, да? А он чучу вам забрал глава глаза. Угу. Ну, в принципе, у него две карты, у меня одна, но, правда, у него еще одна осталась, да, блин, я не знаю, хватит ли Цирилы на то, чтобы победить, да? Бляха, чуваки, я просрал, вы представляете, ну, падла, я умудрился просрать, блин, чудовищем сраным, а? Кстати, зачем я все время перезагружаюсь из-за 10 крон, сам не знаю, ребят, наверное, это все моя жадность, я еврей. Извиняюсь, конечно, бля. Да просто я же мороза не было. Был бы мороз, да, был бы мороз. И был бы один шпион, блин, вообще без проблем бы все было. А так, конечно, оно не совсем сработало. Хотя вроде бы и колода на самом деле-то ведь не самая худшая была, да? Сколько золотых карт было. Причем, в принципе, Цирилла была с 15, да? Вроде бы и колода, ну, не пожалуешься на колоду на самом деле, да? Ты скотина. Не хочешь? Ой, блин, я теперь вообще на пятерку играю. Ну теперь точно, если прострем, то можно будет забить, да? Может, за нифов вообще сыграем? Да не, за Тимерию, за Тимерию. Так, ну что там у меня? Вы делаете... Блин, опять это мгла. Зачем мне ваша мгла? О, вот осадная. Два... Ух ты, три этих фуфела. Ничего себе, ребята, Йеннифер. Ну хотя на самом деле все не так и хорошо, да? Опять-таки, если у него будет мороз, да, то что я буду делать? Давайте, может быть, Весемира заберем. Ясное небо, ну зашибись. Опять, да блин, честно говоря, у меня сейчас колода, по-моему, хуже, чем в прошлый раз, на самом деле. Согласитесь, чуваки. Тем более, у него же может быть кара, да, если он опять в натуре кару сейчас применит к этим моим синим полоскам, да, то мне вафельный торт будет сразу. Ух, нифига себе. Ну чё? Противник спасовал, ну ты скотина, ну ладно. Ну, в принципе. Даже не знаю, что. В принципе, мы, по идее, даже должны выиграть. Опять-таки, если у него не будет кары, то, в принципе, мы, наверное, даже должны в натуре выиграть. То, что у нас очень много катапульт, есть еще умение наше, да? Чтобы помножить наши катапульты. Так что... Леший. Блин, так у него, кстати, хорошая колода, да? Согласитесь, золотых карт много. Причем таких не худших золотых карт, да? Так, без... Блин, ну что творит, а, скотина? Ну давай, давай, ваш ход. О! Так, у него три карты, и он меня полностью попускает. Давайте его сейчас применим ясное небо. Может быть, он спасует, как думаете? О, он мглу применил, так. Ну чё, это мы сейчас точно должны пасовать, тут у нас просто без шансов, да? Он тоже, конечно, спасует, но у него одна карта останется на столе, и одну он забрал. Не, ребят, наверное, мы просрали, да, потому что у него уже есть четверка, так? Но у него уже есть четверка и еще две карты. Ну, одна из них умножалка, уже восьмерка, да. Ну, а я сейчас возьму просто Йеннифер с семеркой. Ну, воскрешу, конечно, но кого мне тут воскрешать, честно говоря. Понятно. Ну, воскресим баллисту, не знаю. Ну, это, конечно, такое, блин. Ему только надо пятерку еще размутить и все. Особенно, если ближнебойный, то ему даже и душки какой-нибудь там хватит. А, да, все, мы просрали. Блин, ну, такой-то нереал его выиграть, а. Вы смотрите, какая скотина попалась-то, а.
Ты чё, мразь, думаешь, ты меня выиграешь, да? Приветствую. Все, короче, сейчас мы его вздрючиваем, пацаны. Все, он меня достал. Но какой-то сильно борзый, короче говоря. Берем Нильфгард вообще, да? Давайте Нильфов возьмем. И сейчас мы его вообще вздрючим по-черному. Так, ливень нам точно не нужен. Так. О, отлично, отлично, отлично. О, 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 о. Ребята, это то, что нужно. Так, значит, это все отличные карты. Давайте этого дебила поменяем еще. О, казнь, все, зашибись. Зашибись, ребята. Давай, ходы, ходы, да, да. Ходы, 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 ходы. А, держи себе Шиллерда. Сразу же. Так, две карты мы получили, да? Одна из которых чучело. О, падал, у него тоже шпион, ты смотри, он не так прост, да? Тоже две карты получил. Так, я в бой выпускаю чувачка, чтобы хоть кого-то пустить, правильно? А он множит. Угу. Он думает, что он очень умный. А мы ему даем еще такого чувачка. Так, и у нас теперь есть два посланника, кстати говоря. Потом мы берем казнь. Ага. А он применяет каких-то фуфелов. Бляха, вот сейчас бы мне казнь приходилась. Ой, бы приходилось. Ай-яй-яй-яй-яй. Так, потом мы берем что? Давайте, чтобы побольше карт у него попытаться выманить, давайте применим... А что я сделал? Тю, блин, я думал, что этот прикол, это, короче говоря, вы поняли, да? А, у меня теперь появился Шиллерд какой-то. А, я последнюю карту выигрываю из этого, когда применяю эту карту. Я понял, понял. О, мороз, мороз, ёпта. Давай, 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 давай. Та-та-та-та-та-та-та-та-та. На тебе морозик, братишка, братишка, морозик. Ай-яй-яй-яй-яй, 32 у тебя всего лишь. Имлерих тебя не спасет. Хотя, вы знаете, может, и спасет на самом-то деле. У него 42, но у нас есть лето из гулеты, и у нас есть лучник и этот. Это будет 20, 30 у нас, 31 у нас будет, когда мы их всех используем. Но все равно маловато, конечно, да. Маловато будет. Давайте, знаете, что сделаем? Давайте заберем даже нашего братишку, или не будем забирать? Не, не будем забирать, да. Давайте мы, короче говоря, пасуем. Ну, смотрите, у нас 11 карт, у него 4. Пускай мы даже раунд выиграли, но у него 4 карты, у нас 11, да? То есть, в принципе, ему уже мало что поможет. Будем откровенны. Тем более, у нас есть ясное небо. Ход противника. Ну да, это ему уже вафельный торт, короче говоря. Противник спасовал. Да, пожалуйста, пасуй, братан. Я тоже сейчас... Мне хватит региса, чтобы спасовать. Итого мы раунд выиграли. Он опять оставляет эту карту. Хорошо, меня все устраивает. Начало раунда. Ваш ход. Я начну с молодых посланников. Ну да, это ему все, это ему очко полное. Тем более у меня еще и воскрешальщик есть, поэтому тут вообще без вопросов. Ему даже Геральт из Рыбии не поможет. Это полный будет сейчас попуск. Ага. Казнь, да? Да, казнь, хорошо. Я к этому, в принципе, был готов. Так, ну воскресим, да, этого чувачка. Так, две карты у Фуфила осталось. Текс. Давай, твой ход, братишка. Что там у тебя есть? Драуг, у него пропадало много золотых карт, надо дать должное, а? Скотина. Блин, чуваки, все может быть не так и хорошо на самом деле. Я уже сейчас так смотрю, знаете, противник спасовал. А, ну значит, он полный лох. Значит, мы победили, братишки. У нас даже три карты осталось, представляете? Наконец-то. Так, что мы там за карту выиграли? Так, 20 крон, да, что за карта? Василиск, Василиск. Это, кстати говоря, дальнобойный. Так, посмотрим нашу колоду. И опять-таки, да, у него столько золотых карт было, вы видели, да? И сейчас я у него выиграл санного Василиска с двушкой. Я, честно, даже не знаю, есть ли мне смысл его вообще брать, честно говоря.
Ну да. Карта такая весьма спорная, да? Двушка, и причем она не множится, да? То есть ты не можешь там несколько поставить. Ну, поставим в колоду, потому что у нас колоды вообще нету. Но, конечно, да, такая весьма-весьма спорная карта. Ладно, чуваки, давайте когда сохранимся. Это вот самое обидное, да? Играешь с чуваком, у которого черт знает сколько золотых карт. И если реально неплохие карты, выигрываешь какую-то полную парашу в итоге. Ну да ладно, что ж поделаешь. На этом мы, пожалуй, наш выпуск закончим. Я вам, как всегда, благодарен за просмотр, за подписки, за лайки. До новых встреч. Пока.